на свое позицию и сразу начинает нас бип-пап скатинг. Так, очень хорошее начало, но не обещающее, как у многих слушателей. Это просто умею париться, я понял, я очень буду думать, насколько хорошо я вижу ваше дальнейшее попытку. Все будет зависеть исключительно от вас. Я буду находиться просто в восторге от того, что вы делаете, ребята, когда я в студенном возрасте на самокате. Викерик попытался сделать, начал делать, но пока еще не закончил. Но вот это правильно сделал. Ноги поставили, ну что ж не уйдет. Ну, ой, Роман, он собрался с силами, находится на конфете. Это в категории новички. У него есть все шансы оставить своих конкурентов далеко позади. Остается только немножко потратить, немножко попадеть, понапрячься и... Прямо из последних сил, из последних сил киданового, но почти получилось. Надеюсь, что все получится у Дениса Крылова.